И всем привет, с вами Никита Клим. И это такое своего рода разговорное видео. Не пугайтесь, что я записываю звук на внешний рекордер, потому что просто микрофон свой, вот этот, который за котейкой там, не дотянул сюда. Тема этого видео является наши транспортные средства. Может, у кого-то они есть, кто-то о них мечтает, кто-то, я не знаю. В общем-то, у меня это двухколесное транспортное средство, а именно скутер. У меня был скутер до этого старенький. Проездил я на нем около 4 или 5 лет, что-то около того. Здесь на фоне где-нибудь я поставлю видосики всякие с нарезочками о том, как я катался на этом скутере, как я его катил, когда он ломался и тому подобное. И он у меня уже начал частенько ломаться. Серьезно ломался он раз в 2 года. И незначительные поломочки где-то раз в полгода, такое что-то простенькое. Вот, и я уже решил поменять его, собственно, на какую-то более надежную технику. Хотя очень не хотелось, потому что именно с этим скутером у меня много таких воспоминаний. Это мое первое транспортное средство, я на нем постоянно летом езжу, и очень такие теплые у меня чувства к нему были. Но я все-таки решил, что нужно двигаться дальше, двигаться к новому, и поэтому продал его. Продал я его за $300, что считаю как бы нормальной ценой для скутера такого года. Продал его во дворе, поэтому иногда даже его встречаю теперь во дворе. Вот. И решил купить себе технику понадежней. Она у меня приглянулась, ну, как мне казалось, понадежней. Вот. Но в 2 раза дороже она стоила, то есть за $600 я ее купил. Новый скутер, вот, где-то тут как раз-таки он появится. Вот, и я уже думал, что все, вопросы все решены с надежностью. Это надежная техника, она мне гораздо дороже обходится в обслуживании, потому что масло дорогое очень. И это двухтактный двигатель, нужно много масла, и жрет он бензина чуть-чуть побольше. В общем-то, я немножко подрастроился сразу, проездил буквально 200 километров, и он у меня просто встал. Встал, потому что сломалась коробочка, коммутатор. Вот, я ждал, пока приедет коробочка, соответственно, скутер стоял в гараже. Приехала коробочка, поменял, проехал еще 100 километров, и у меня опять что-то сломалось, но это уже оказалось все хорошо, оказалось по мелочи. Вот, и в общем-то, из-за того, что также, когда я его покупал, он, можно сказать, новый был, на нем пробег 300 километров был, и получается, нужно обкатывать его, ездить. Ну, медленно, беречь двигатель, пока не нагружать. Я пока не испытал таких эмоций крутых от поездок на нем, потому что медленно езжу. Вот, и надеюсь, когда я уже его обкатаю, и он мне будет служить хорошо, и я буду получать от него только положительные эмоции. Вот, это моя история о моих двухколесных транспортных средствах. В комментариях ниже вы можете написать о своих транспортных средствах, мне будет очень интересно почитать, о тех, которые у вас есть, или, может, которых вы мечтаете, или которых хотите покататься. Вот, о том, как они вам служат, надежно или ненадежно, или в самый подходящий момент они ломаются, или вообще вы не знаете бед никаких с ними. Пишите в комментариях обязательно, мне будет очень интересно почитать. В общем-то, на этом видео я закончу. Всем спасибо за просмотр и всем пока!